Так называемый сотрудник правоохранительных органов, которые снимают активистов, которые вышли под здание Одесской областной милиции в городе Одессе. Вот видите его, как он стоит, рука в кармане. Служба Брелков Украины не запрещает использовать средства для съемки скрытой, для того, чтобы... Посмотрите на него, родители, родственники. Вот это его работа. Каждое утро он выходит, рассказывает вам, что он идет на работу. Вот это его работа, вот это его деятельность. Народу идет, он служит. У него есть народ, тут в здании сидит. Нет, служит он своему руководству. Они же отвечают, когда их спрашиваешь, кому служит, они отвечают начальству. Конечно. Ну, они же сказали, карный вор. Конечно.